Соединенные Штаты Америки, конечно же, жаль их народ, но так исторически складывается, что Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей и объявить о суверенитете несколько штатов. И, скорее всего, Аляска и Калифорния вернется в Российскую Федерацию. Украина, бедная многострадальная страна, государство, наша соседка, в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но я считаю, что будет мир, мир будет очень скоро, и нужно немножко потерпеть и набраться силы духа. В нашей Российской Федерации на сегодняшний момент идет рост, процветание, и весь мир будет смотреть, и Россия наша является локомотивом поднятия, развития русской цивилизации и спасения всего мира. В России в 2023 году не планируется никаких великих потрясений, потому что наша страна прошла точку бифуркации, и на сегодня мы набираем обороты. Наши современные дети на сегодняшний день рождаются в этих тяжелых условиях. Но, как говорили философы, тяжелые времена дают сильных людей, хорошие времена дают слабых людей. Сейчас пришло тяжелых времен, у нас рождаются сильные дети, которые в будущее сохранят нашу страну, наше государство.